Сказка «По щучьему веленью». Жил-был старик, и было у него три сына, двое умных, а третий натурально дурак. Дурачок, Емель. В общем, сами понимаете, те братья работают умные, а дурак Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Вот один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай посылать Емелю. Сходи, Емеля, за водой. А он им с печки отвечает: неохота. Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут. Да? Ну ладно. Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор, да и взял и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра, поставил их, а сам дурак, понимаете ли, тупо глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и хватит щуку в руку. Во, сладкая уха будет. Вдруг щука говорит ему человечьим голосом: Емеля, отпусти меня в воду, и я тебе пригожусь. А на что ты мне пригодишься? Не, Емелю не обманешь. Понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить. Ой, будет уха сладкая. Емеля, Емеля, отпусти меня в воду. Я тебе сделаю все, все, что не пожелаешь. Все, что не пожелаю? Ух ты. Ладно. Только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу. Емеля, Емеля, ну скажи, чего ты сейчас хочешь? А чтобы ведра пошли домой сами. О, и чтобы вода не расплескалась. Запомни мои слова. Когда что тебе захочется, скажи только по щучьему веленью, по моему хотенью. Как ты сказала? По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой. Только сказал, ведра сами и пошли в гору. Опа! Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ дивится, а Емеля идет за посмеивается. Зашли ведра в избу, сами стали на лавку, а Емеля полез на печь. Прошло много ли, мало ли времени, невестки опять говорят ему: Емеля, ну что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил. Неохота. А не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут. Емеля, неохота слезать с печи, сами понимаете, а? Вспомнил он про щуку. О. И потихоньку и говорит: по щучьему веленью, по моему хотенью, а ну-ка пойди, топор, накали-ка дров, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь. Опа! Топор выскочил из-под лавки и на двор, и давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут. В общем, много ли, мало ли времени прошло, а невестки опять говорят: Емеля! Дров у нас больше нет! Съезди в лес, наруби! А он им с печки отвечает: вот пристали. А вы-то на что? Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить? Мне неохота. Ну, не будет тебе подарков. Делать нечего. В общем, слез Емель с печи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел во двор и сел в сани. Эй, бабы! А ну-ка, отворяйте эти
ворота. Что ж ты, дурень? Сани сел, а лошадь-то не запряг. А мне не надо лошади. Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку: по щучьему велению, по моему хотению, ступайте, сани, в лес. Сами поехали в ворота. Да так быстро на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город. И тут он много народу помял. Подавил, понимаешь. Народ кричит: держи его, лови его. А он, знай, сани погоняет. Приехал Емеля в лес. По щучьему велению, по моему хотению, топор, а ну-ка наруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь. Топор начал рубить, колоть сухие дерева, понимаешь? А дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжут. А потом Емеля, ну дурак, сами понимаете, велел топору вырубить себе дубинку, такую, чтобы на силу поднять, и сел на воз. По щучьему велению, по моему хотению, поезжайте, сани, домой. Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу, а там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащут с возу, ругают и дают ему крендюлей. Что? Видит Емеля, что плохо дело. И потихоньку... По щучьему велению, по моему хотению, а ну-ка, дубинка, обломай им бока! Дубинка выскочила, давай колотить. Народ кинулся прочь. Давай, давай! Давай, и этому тоже. Да, да, ему, ему. Гони, гони. Будут знать, как на Емелю нападать. А Емель приехал домой и залез на печь. Дурак, сами понимаете. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емелиных проделках. Посылает за им офицера, мол, его найти и привести во дворец. В общем, приезжает офицер в ту деревню, входит в ту избу, где Емеля живет, и спрашивает: ты, Емеля, дурак, одевайся, к царю тебя отвезу. А Емеля, как всегда, ему и отвечает: да неохота мне, отстаньте от меня. Рассердился офицер, сел, как дал ему прямо по щеке. А Емеля говорит потихоньку: ну, держись. По щучьему велению, по моему хотению, а ну-ка, дубинка, обломай ему пока. Дубинка выскочила, и давай колотить офицера. На силу он ноги унес. Царь удивился, что егойный офицер не смог справиться с Емелей, и посылает самого наибольшего вельможу: а приведи ко мне во дворец Емелю дурака, а то голову с плеч сниму. Накупил наибольший вельможа изюм, чернослив, пряников и алкогольных напитков, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток: а чей ты любить, Емеля? Ой, наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят. Тогда он все сделает. Что не попросишь? Наибольший вельможа дал Емеле изюм, черносливу, пряников, дал чем их запить и говорить: Емель, Емель, что ты лежишь на печи? Поедем к царю. А мне и тут неплохо. Емеля, у царя тебя будет хорошо кормить, поить. Пожалуйста, поедем. Да неохота мне, мне здесь тепло, уютно, сытно. Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги. Красный кафтан, говоришь? Ну ладно,
Ты это... ступай вперед, а я за тобой вслед буду. Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и произносит: по щучьему велению, по моему хотению, а ну-ка, печь, выезжай к царю. Тут в избе углы затрещали, крыша поехала, стена вылетела, а печь жила и пошла в присядочку по улице, по дороге прямо к царю. Царь, глядите в окно и дивится: что это за чудо такое? На больше вельможа ему на это отвечает: а это Емеля к тебе на печи едет. Вышел царь на крыльцо, посмотрел на Емелю и говорит: что это, Емель, на тебе много жалоб? Ты много народу подавил. Сами виноваты. Кто заставлял под сани лезть? В это время в окно на его глядела царская дочь. Ай! Марья царевна, Емель, дурак, сами понимаете, дурак. Увидал ее в окошке и говорит потихоньку: по щучьему велению, по моему хотению, пускай царская дочь меня полюбит. Опа! А ты, печь, ступай домой. Ступай, ступай. Печь повернулась, пошла домой, зашла в избу, стала на прежнее место. Емеля опять лежит да полеживает. А у царя в дворе, сами понимаете, крик да слезы. Марья царевна по Емелю скучает, не может жить без него, есть без него, пить без него и все остальное делать. Просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж. Тут царь затужил, в запой ушел. И говорит опять на большему вельможе: а ну-ка ступай, привези ко мне Емелю, живого или мертвого, а то голову с плеч сниму. Накупил на больше вельможа вин сладких, коньяков французских, висок шотландских, да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю того подчивать. Емель натурально напился, нажрал, в смысле наелся. Захмелел и спать лег пьяненький. Ну, дурак, сами понимаете. Вельможа положил его в повозку, повез к царю. Царь тотчас велел пригодить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю. Марью царевну к нему добавили. Засмолили и бочку в море бросили. Долго ли, коротко ли, чем они там занимались, но Емеля проснулся. Видит, темно, батюшки, тесно. Где это я? Скучно и тошно, Емелюшка. Нас в бочку засмолили, бросили в синее море. Ух ты, кто здесь? Я? Марья царевна. По щучьему велению, по моему хотению, ветры буйные, а ну-ка выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок. Ветры буйные подули, море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок. Емеля вышиб к ядрене фене дно из бочки и вышел из нее вместе с Марьей царевной. Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую ни на есть избушку. По щучьему велению, по моему хотению, выстройся каменный дворец с золотой крышей. Только он сказал, появился батюшки-то каменный дворец аж с золотой крышей. Кругом зеленый сад, цветы цветут, птички поют. Марья царевна с Емелей дураком пошли во дворец. Сели у окошечка. Емелюшка, а нельзя тебе красавчиком стать? Чего не сделаешь для Марьи царевны? Приказал Емель. Почему бы нет? По щучьему велению, по моему хотению, остать-ка мне добрым молодцем, красавцем писаным. Опа! И стал Емеля таким,
что ни в сказке сказать, ни пером описать. А в ту пору царь ехал на охоту, видит, стоит дворец, где раньше ничего не было. И послал гонцов узнать, спросить. Послы побежали, стали под окошком спрашивать, кто такие? А Емеля им и отвечает: «Опросите-ка царя ко мне в гости, я сам ему все расскажу». Царь приехал к нему в гости, Емелю встречает, ведет во дворец, сажает за стол, Рюмантель наливает. Начинают они пировать. Царь ест, царь, понимаете ли, пьет, и не надивится. «Кто ж ты такой, добрый молодец?» «А помнишь, царь, дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочке засмолить и в море бросить, а? Я тот самый Емеля. Опа! Захочу, все твое царство пожгу и разорю». Царь сильно испугался, стал прощения просить. Ой-ой-ой-ой, женись, женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, бери что хочешь, только не губи меня, а? Тут и устроили пир на весь мир. Дурак, сами понимаете. Женился на Марье царевне и стал править царством. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.